Ну вот, шопинг. Ну как же, кашемир, кашемировый черный свитерок. Еще один, да? Еще один. Ну как же без этого? Вот как я понимаю Стива Джобса. Тоже у него имидж был. Вернее, у меня как у него. Такой же черный свитер, водолазка. Мне кажется, мне идет. Я давно такой ношу. И буду продолжать носить. Наверное, это мой научный бэкграунд обо мне. Меня к этому приучил, к минимализму. Ну что поделать? Мой имидж. Имидж наше все. Привет из Лондона. Вот он, Джон Луис Кашемир. Свитерочки кашемировые. Стоит. Сейчас покажу цену, сколько это стоит в Лондоне. 99 фунтов. Ну, 100 фунтов. 100 фунтов. У нас 1 фунт, roughly, примерно. 1 рубль примерно 100 фунтов. Ну, примерно. По сегодняшнему курсу. И получится 10 тысяч рублей стоит вот такая вот кашемировая водолазочка. Такая кашемировая водолазочка. Такие вот голубенькие мне тоже нравятся. Они на 10 фунтов подешевле. 89 фунтов. С открытым горлом. Но я же люблю водолазки. Уютно, легкие, уютные, тепленькие. Вот будете в Лондоне, обязательно купите себе кашемир. Скоро увидимся.